А значит, Петербург и Петербург устремлены в будущее. Я с удовольствием предоставляю слово председателю законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Николаевичу Бельскому. Дорогие друзья, уважаемые жители города Петергофа, Санкт-Петербурга, мы находимся в самом прекрасном городе на Земле, в Санкт-Петербурге, в жемчужине нашего города в Петергофе. Много фонтанов есть в мире разных, какие-то выше, какие-то шире, но более величественного, более могущественного ансамбля не существует в мире. Поэтому сегодня мы пускаем самый величественный и могущественный фонтан в мире. Я всех вас с этим поздравляю. Фонтаны, пусти! Государственный музей-заповедник Петербург благодарит генерального партнера праздника «Газпром-банк». Создатели представления.